С наступлением лета проблемы водоснабжения наблюдаются в ряде населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Село Чапаевское Прикубанского района в числе таких. От отсутствия воды страдают несколько густонаселенных улиц и хутор Октябрьский. В администрации села называют две причины возникновения проблемы – ветхие трубы и кража воды, незаконная врезка. Как намерены решать данный вопрос, выясняла Мадина Каракетова. Евдокия Симурина, сторожу в селе Чапаевском, живет здесь с 1953 года. Всю жизнь работала, не покладая рук, сначала главным бухгалтером в спецотделении сельхозтехники в местном колхозе, а с 1997 года и по сей день, вот уже 23 года, почтальоном в родном селе. Тетя Дуся, как ее ласково называют местные, желанный гость в каждом доме. Она приносит не только свежие газеты и пенсию, но и интересный собеседник. Люди здесь хорошие живут, рассказывает Евдокия Ивановна, добрые, отзывчивые. Любит она и односельчан, и родное село. В числе первых встречала карачаевцев из Средней Азии и помогала обустраиваться на новом месте. Так и живут с тех пор рука об руку русские и карачаевцы. Любит Евдокия Ивановна вспоминать те времена, как жили. С тех пор Чапаевское разрослось. Продолжают появляться новые дома, целые улицы. Есть все для комфортной жизни. Только вот одна проблема – вода, которая летом практически не бывает в значительной части Чапаевского. Не мыться, не жрать, варить, ничего, не стирать. Ну, это прям кошмар какой-то. Эта проблема актуальна для северной части Чапаевского и хутора Октябрьский. Местные жители говорят, что это, помимо бытовых неудобств, становится причиной гибели урожая. Чапаевское по какому-то капризу природы село засушливое. Дождь здесь также большая редкость. Такая жара. Всем хочется выпить холодную водичку, помыться. И вот сколько лет вот это продолжается. Вот посадил деревья, высохли, за пенсию покупал. Картошка вот уже высыхает, помидоры, огурцы высохли уже. Воду брать неоткуда. Вода в доме в этой части села начинает поступать примерно часа в 2-3 утра. И то на час или того меньше. Если не проспали, успели набрать – хорошо. Особенно тяжело семьям с маленькими детьми и пожилыми людьми. Эта проблема не сегодняшнего дня. Она существует уже много лет. В администрации Чапаевского говорят, что все дело в изношенных водопроводных сетях. В последний раз водопровод меняли в 70-е годы 20-го столетия. И он не был рассчитан на такое количество. У нас всего почти в 2 раза выросло. Старые вот эти железные чугунные водопроводы, они пришли в негодность. Естественно, проводимость водопровода уже, ну, воды в этих трубах слабая. Количество, объем, который доставляется в начале села, он не хватает в конце села. Где-то есть утечки, потому что трубы старые. Делаем подвоз, как можем, помогаем, но это проблему не решает. В водопроводную систему поступает 5,5 атмосфер воды, это 2500 кубов. Из них до населения почему-то доходит не более четверти. Проблема даже не столько в старых трубах, как в недобросовестных селянах, которые позволяют себе несанкционированные врезки в водопроводную систему. Устанавливают мощные насосы, толстенные трубы и круглые сутки поливают свои сады и огороды, в то время как в другой части села люди не могут позволить себе даже выпить чашку чая. Меры принимаются на казах? Да, принимаются осенью, не осенью, а в сентябре, потому что делали рейд с главой от района, с водоканалом. Были выявлены нарушители, были оштрафованы они. Ну, тем не менее, если из 103 оштрафовать, конечно, там люди, они повлияло, ну, на неделю, на 2 недели. И опять тоже вся мама повторяется. В начале села, где воды достаточно, люди обычно поливают, но им, если у кого-то по счетчику, мы им не можем запретить, но им просим, чтобы они поменьше поливали, чтобы хватало людям, но не всегда взаимопонимание есть. Единственный выход, по словам Маджира Тибуева, это замена водопровода с выносом приборов учета потребления воды на улицу. Для того, чтобы вот не было левых подключений водопровода, вот когда вот сейчас они прокладывают вот эту линию и прямо возле колодца, прямо на улице ставят счетчики, а то у кого-то за дом заходит, у кого-то несколько врезок, и водоканал просто он не может обнаружить вот эти левые врезки. Поэтому вот если мы выведем счетчики на улицу, будет, я думаю, лишних поливов не будет. Даже никто не захочет лишние деньги тратить, чтобы потом 2 помидора съесть. К замене труб уже приступили. Глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев, не понаслышке знакомый с проблемой жителей северной части Чапаевского и хутора Октябрьский, нашел возможность помочь людям. Водопроводную систему заменят на более качественную, но не всю, а в наиболее проблемных ее частях.
Трубы старые, металлические, срок годности их 20-25 лет, естественно, что они давно изжили себя. Трубы заилены, очень во многих местах ржавчина, прорывы. Ну, допустим, отдельные участки почему? У нас очень большой объем прокладки, это порядка 27 километров, и бюджет ни района, ни республики не рассчитывают на такие денежные средства. С помощью правительства нам выделили необходимые средства хотя бы на отдельные участки центральной линии. И мы надеемся, что данное решение поможет тому, что поднимется давление воды в трубах, и население будет обеспечено чистой питьевой водой для необходимых своих нужд. По словам первого заместителя главы Прикубанского района Людмилы Стоякиной, село Чапаевское готовится к участию в федеральной целевой программе «Чистая вода», которая будет реализована до 2026 года. Администрации сельского поселения проводится работа по заказу соответствующего проекта. Остается надеяться, что все принимаемые меры навсегда избавят жителей села от проблем с отсутствием водоснабжения. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Инна Мостовая, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.